лаваш со шпинатом, а начинка телятина. ПП практически от зимы. Пока. Заправка решает, конечно. Mm. Много всего. Mm. Да? Она божественная. Чесночный вот этот соус. Mm. Попробуешь? Это определенно самая лучшая шаурма в Москве. И повар просто огонь. Боже, я бы на нем женился, если бы я не был женат. Срезанная телятина с вертелом, она еще не потеряла свой сок. Ты кусаешь, и сок разбрызгивается по твоему рту. О боже, это надо попробовать, это не объяснить словами. Это определенно 5, зачет. Ваше здоровье. Как настоящая правильная шаурма, она в конце развалилась, взорвалась, разлетелась на куски. И это подтверждает, что данная шаурма лучшая в Москве. Если шаурма у вас не разлетается, значит ее плохо скрутили. Вот это разлетелось в конце. Она бы вас не забрызгала, мы бы не испачкали одежду, но удовольствие от того, что придется соскребать эту еду с тарелки, вы получите.